приветствовать вас на Тверском международном форуме личного туризма, на котором мы рассмотрим, наверное, самые острые вопросы, которые существуют сейчас в внутреннем туризме, в речном туризме и вообще в государственной политике туризма. Также расскажем о группе частного предпринимательства и взаимодействия частного предпринимательства с государством. Для нас, я откровенно скажу, большая честь обеспечивать работу экспертной площадки такого уровня. Уверен, что форум станет началом нового этапа в развитии водных путей России. Искренне рад, что ожидания, возложенные на форум, оправдываются. Он впервые собрал вместе более 350 специалистов отрасли и со стороны власти, и со стороны бизнеса. Это подтверждает, что развитие водного туризма – насущная потребность не только отдельных регионов, но и всей России. Нужны единые принципы административной и информационной поддержки, общие действия по брендированию туристских маршрутов. Объединение усилий по этим направлениям позволит создать конкурентоспособную сеть взаимосвязанных туристских маршрутов, обустроить внутренние водные пути, обеспечить их необходимой инфраструктурой приема и информационного обеспечения туристов. Все это обязательные условия успешного продвижения продукта водного туризма на российском и международном рынке. Я искренне надеюсь, что сегодняшний форум, организованный Федеральным агентством по туризму совместно с Тверской областью, станет серьезным, знаковым этапом на пути продвижения этих целей. Я от души желаю каждому участнику форума плодотворной работы. Уверен, что заседания, переговоры, деловые встречи, которые состоятся сегодня, дадут старт многим интересным и плодотворным инициативам в сфере туризма. Ну и хорошего настроения. Спасибо. Спасибо большое. Я в первую очередь хотел, конечно, поблагодарить руководство Тверской области, лично вас, Андрей Владимирович, от имени Александра Васильевича Радькова за ту инициативу, которая была проявлена при проведении данного форума, потому что тема речного туризма, она очень актуальна, причем не только для Российской Федерации, но и для международного туризма. Мы знаем, сколько проблем есть, и я думаю, что это станет предметом обсуждения как раз на нашем форуме, сколько есть проблем в вопросах развития туризма. И как раз именно ваша инициатива позволила создать ту площадку, где будут обсуждаться эти проблемы и будут намечены те пути, благодаря которым мы все-таки добьемся желаемой цели, чтобы наша страна стала великой, могучей с точки зрения развития туризма.
стройматериалы, строительные бумаги, конечно, используются и берутся с территории бюджета, поступления в бюджет. Ну а сейчас, позвольте нам включить вот такую памятную табличку. Я думаю, что у нас здесь найдется.